Представьте, пожалуйста, и расскажите, как прошла сегодняшняя игра. Здравствуйте. Гасанова Легула, центральный игрок НМФЦ Пирогова. Игра прошла очень напряженно. Можно сказать, худшая игра наша в этом сезоне. Играли так разногласно, что ли, сыгранность чуть-чуть не хватало. Наши основные игроки как бы ошибались, мы не добивали, так можно сказать, моменты не использовали. А так сыграли неплохо, но малоэффективно. Соперникам спасибо, хороший бой. Ну, ожидали более лучшего результата.